На телеканале «Беларусь-4» Гомель. Новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Три победы, одно поражение и второе место. В Гомеле сегодня завершился международный гандбольный турнир. Соперниками мужской команды гандбольного клуба «Гомель» были молдавский ПГУ, украинский ЗНТУ «ЗАС», дубль чеховских «Медведей» из России и могилевский «Машека». Команда Сергея Цыганкова стартовала с победы над тираспольским ПГУ 37-34. На следующий день в соперниках у хозяев был могилевский «Машека». Поединок хоть и товарищеский, но принципиальный. В стартующем в скором времени чемпионате Беларуси дружины будут бороться за призы. Этот матч «Машека» оставил за собой 28-20. А тренерский штаб Гомеля получил пищу для размышлений. Мы получили хороший материал рабочий, который у нас есть месяц еще до игры с Машекой. Поэтому я думаю, что мы подтянем еще наши те моменты, где мы упускаем. И я думаю, что в этом году у нас совсем другая команда будет. Далее Гомель без проблем разобрался с украинским ЗНТУ ЗАС 37-27, а в заключительный игровой день был сильнее второй команды клуба «Чеховские медведи» из России. По ходу первого тайма этого поединка хозяева уступали. На разрыв доходил до 4 мячей, однако на перерыв команда Сергея Цыганкова отправилась, ведя в счете 17-16. Во втором тайме гомельчане сумели удержать необходимое для победы преимущество 33-31. Этот матч подвел черту под чередой предсезонных спаррингов. За 9 дней гомельчане провели 8 игр. Всяк уже есть, уже явно, что Климовец игрок основного состава, Ярош это из молодых основного состава. Ну, остальные остаются те люди, которые были в прошлом году, добавились к нам Сергей Орловский разыгрывающий и линейный Евгений Кравченко. Вот, ожидаем, вот выйдет Иван Телепнев, существенное усиление, который не играл еще на двух этих турнирах с травмой. Вот, поэтому я думаю, что какие-то то, что мы отрабатывали, то, что мы планируем, я думаю, мы выполним. В субботу 31 августа стартует чемпионат Беларуси. В первом поединке Гомель дома сыграет со столичным БГУ ФК «СКА». «Локомотив» и «Химик» победили. Состоялись матчи 17-го тура чемпионата Беларуси по футболу в первой лиге. Железнодорожники дома были сильнее «Пинской волны» 3-1. Светлогорский «Химик» добавил интриги в медальной разборке чемпионата, обыграв лидера турнирной таблицы «Смолевичи» 1-0. Речицкий «Спутник» 17-й тур пропускал. В турнирной таблице речицкая команда на 6-м месте, «Локомотив» на 3-м, с отставанием от лидера «Смолевичей» в 3 очка. «Химик» на 10-м месте. Папа, мама, я – футбольная семья. Областной этап футбольного фестиваля прошел в Гомеле. Более 70 семей собрались не только побороться за звание самой футбольной семьи областного центра, но и испытать спортивный азарт и дух дружеской борьбы. Формат проведения фестиваля не изменился. Мини-турниры по футболу прошли в 6 группах среди отцов, матерей и детей в зависимости от возраста. Каждый член семьи, исходя из занятого места своей команды, в каждой из групп приносит баллы в семейную копилку. У кого очков по окончании соревнований окажется больше, тот и становится лучшей футбольной семьей. Было у нас зарегистрировано порядка 79 семей. То люди буквально за полгода уже спрашивают, когда будет следующий фестиваль, волнуются, переживают. Людям это очень интересно. В таком формате, понимаете, семьи когда собираются, это же прекрасно. Мне очень понравилось сам процесс, футбол, как судят судьи. И мне очень понравилось этот праздник. Я хочу, чтобы он повторялся еще и еще. Мероприятие, где все участвуют, и родители, и дети, оно и сближает. Все занимаемся одним делом – футболом. Главный приз и звание чемпионов получила семья Ковалевых из Гомеля. Финальный этап фестиваля «Папа, мама, я» – футбольная семья пройдет 14 сентября в Минске. Наша область на республике представит 14 семей. 5 из Гомеля, по 3 из крупных районов. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4».